Трагедия со взрывом газа в многоквартирном доме поселка Ильинская Хованская уже второй день в центре внимания. Во вторник там под обломками собственного жилища погибли две женщины. Еще одна госпитализирована. Сейчас пострадавшая находится в Ивановской областной клинической больнице. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. На основании собранных материалов следственными органами возбуждено уголовное дело. В действиях неустановленных должностных лиц управляющей компании и газоснабжающей организации усматривается наличие признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц. Следственные мероприятия продолжаются. На базе учреждений социального обслуживания Ивановской области открыты пункты приема гуманитарной помощи. Оставшиеся без жилья нуждаются в постельном белье, одежде и обуви. Из средств областного бюджета семьям погибших и пострадавшим окажут материальную помощь – 150 и 100 тысяч рублей соответственно. Также всем утратившим имущество будет предоставлена выплата 30 тысяч рублей на каждого члена семьи.